Вот таким образом теперь выглядит наша ранняя футбольная площадка для детей на Усманской, район кольцо Булгаи. Димитрова проходит проезжая часть вдоль этой улицы. Раньше было здесь большое футбольное поле, дети играли в футбол, ворота. Теперь сделали обновленную такую вот горочку. И вокруг куча-куча дорожек, газоны, никому не нужные. Дети ждут, чтобы в середине была площадка с ограждениями, как в сквере у храма, чтобы был футбол, волейбол.